Немного темп. Следующие блоки. Следующие 6 блоков будут открыты практически без пауз. Что получается? Вот, пленки блока. Итак, первый блок из этих 6, из 3 на видео. Я уже открываю. К концу подходит рутинный процесс открытия пакетов. Последние 4 карточки извлечены. Ну и смотрим блок номер 4 четвертого кейса. Первая параллелка, это у нас Виктор Сталберг из Атланта. Еще одна карточка, но нумерованная только одна. Два мира, одна игра под серией, серебряная версия, 141 из 350 номер. Виктор Сталберг, Атлант. Наконец-то не Антон Худобин, которых уже там штук 5 было. Ищем дальше. А вот и автограф. Снова Салават Юлаев. 4-й автограф Салавата в брейке. Алексей Глухов. Карта под номером 32 из 50. Алексей Глухов. Салават Юлаев. Наконец-то автограф. 4 блоков. 2-й только. Ну, я надеюсь, что статистика это исправится. И все-таки больше будет автографов в дальнейшем. А дальше. Остается параллелка и джерси, по всей видимости. Ни того, ни другого не вижу я пока. А вот джерси вижу. Параллелку не вижу. Ну, значит, будем смотреть на джерси. Это у нас Мартин Шкарсумс из Рижского Динамо. Очередная джерси из-под серии Запад-Восток. Два цвета на этот раз. Черный и зеленый. Опять эмблема мегафона. Номер. Нет, шва нету. Номер карты. 55 из 300. Мартин Шкарсумс, Динамо, Рига. И где-то должна быть параллелка здесь. Не будет, что ли? Нет, будем искать. Значит, в блоке, возможно, пропустил я. Всякое бывает. Ну-ка, да, одна была параллелка. 2-й.
А, вот, извиняюсь. Символическое вбрасывание. Карта на рандом, где-то рубиновая версия. 100 экземпляров тираж, 68 номер. Символическое выбрасывание короли хоккея. Такая вот вторая параллелка. А значит, так как все карты все-таки найдены, можем переходить к пятому блоку четвертого кейса. Так, правильно. Блок номер 5. Итак, карточки извлечены. Блок номер 5. Много взял. Ничего пока интересного. Только базовые карты. Так, с другой стороны. А вот и первая параллелка. Евгений Малкин, Металлург, Магнитогорск. Под серией «Два мира, одна игра». Серебряная версия. 302 из 350 номер карты. Евгений Малкин. Первая параллелка в пятом блоке. А вот и первый автограф трактора во всем брейке, Вячеслав Белов. Это у нас автограф под номером 16 из 50, Вячеслав Белов. Трактор Челябинск. Автографы стали стабильно попадаться. Надеюсь, что долго продлится такая тенденция. 38 автографов было в первых трех кейсах. Всего получается почти 13 автографов на кейс. Достаточно неплохая статистика. Ну и джерси. Это у нас Антон Волченков из Нижегородского Торпеда. Два мира, одна игра, двухцветная джерси. Немного вот синего есть внизу. Антон Волченков, карта под номером 171 из 200. Такая вот джерси Антона Волченкова. Остается найти еще одну подсерийку. И на этом интересные карты закончатся в пятом блоке.
Ну и всего карт, включая неинтересные, осталось уже достаточно немного. Буквально вот их, тут, наверное, 10 с небольшим. Итак, вот она, вторая параллелка, рубиновая версия под серии «Короли хоккея». Василий Кошечкин, Северсталь, карта номер 41 из 100. Василий Кошечкин. Ну и все, собственно, такой вот пятый блок. Каким будет шестой? Скоро узнаем. Готово. Смотрим блок номер 6. Отложу. Блок номер 6. Такие вот карты базовые в нем есть. Какие есть не базовые, пока не знаю. Не попадаются они вот. По крайней мере, в начале. Ну, какие-то должны быть. Значит, рано или поздно найдутся. Ну где вы хиты? Вот первая рубиновая параллелка. Тут у нас рубиновые параллелки зачастили из потери «Королей хоккея». Очередная — это Стефан Кронваль из «Локомотива». Карта под номером 11 из 100. «Короли хоккея». Стефан Кронваль. «Локомотив». Сначала положено. А вот и автограф сразу же, смотрите. Сейчас покажу. Это у нас Олег Ореховский, тренер «Витязя». Отличный автограф. Второй автограф тренеров в брейке. Номер этой карты 47 из 50. Олег Ореховский, «Витязь». Отличный автограф. Поздравляю обладателя. А вот и вторая рубиновая параллелка. Нет, не рубиновая, вторая просто параллелка. Это «Золотая», «Короли хоккея», Илья Горохов, «Динамо», «Москва». Номер карты 339 из 350. Илья Горохов, «Динамо». Ну и остается найти джерси. Все остальные карты, которые должны быть в блоке, уже были. Может быть, это будет не джерси, а что-то более приятное. А вот нет, это будет все-таки джерси. Вижу уже эту карту. Дойдем и до нее
со временем. Вот, можно смотреть, это снова у нас Антон Волченков. А также двухцветная джерси, но на этот раз не белый и синий, а синий и красный цвета. Это не часть ли эмблемы? Нет, не похоже. Не знаю. Возможно, с рукава карта или... Не скажу точно, откуда такой кусок мог взяться и ровно ли его наклея вставляли в карту. Но это подсерия «Два мира, одна игра», джерси, номер карты 161. 161 из 200. Антон Волченков из Нижегородского торпеда. Джерси Нижегородского торпеда, оказывается, тоже косяками любят ходить. Так, и посмотрим на содержимое только что вскрытых блоков. Было у нас 3 автографа, 3 джерси, 2 параллелки, 2 мира, 1 игра, Евгений Малкин, Металлург, Магнитогорский, Виктор Сталберг из Атланта. 4 параллелки, 3 из которых рубиновые, короли хоккея, символическое вбрасывание, Стефан Кронваль, Василий Кошечкин и золотая версия Илья Горохов. Джерси, Мартин Карсумс, Динамо Рига и 2 карточки Антона Волченкова из Нижегородского торпеда. Ну и автографы. Алексей Глухов, Салават Юлаев, Олег Ореховский, Витязь, тренер, Вячеслав Белов, Трактор, Челябинск. Вот такие 3 блока, совсем скоро еще 3 открою.